В районах Якутии поэтапно отменяют режимы чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. На этой неделе режим ЧС сняли в Ленском районе. Несмотря на то, что с приходом дождей площадь действующих пожаров сократилась 1,5 раза, опасность возгорания остается высокой. Летом в Якутии горел лес на 3 миллионах гектаров, это более 1000 пожаров. Большие расстояния, труднодоступность многих районов и малая заселенность доставляли хлопот огнеборцам. Таковы особенности региона. Пожароопасный период здесь наступает с майскими праздниками и длится до первого снега. У нас началось с северных районов. Прям с мая месяца мы уже отправляли группировки своих на защиту населенных пунктов. Далее в июне у нас пожары переместились уже в центральную часть, в западную, заречную группу районов республики, поскольку интенсив прохождения жары приходилось на эту часть республики. Главная причина лесных пожаров в начале сезона – люди. С потеплением риски усиливают грозовые фронты. Для тушения труднодоступных пожаров МЧС применяла самолеты-амфибии Б-200. Машина способна взять на борт 12 тонн речной воды за 12-15 секунд и за одну заправку топливом сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды. По всей республике работали самолеты-зондировщики, отряды авиалесоохраны. Сегодня режим ЧС сохраняется в 5 районах Якутии – Верхоянском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском и Алекминском.